Представляем вашему вниманию астрологический прогноз с 8 по 14 ноября 2021 года. Овны, дайте свободу своему творческому «я», не мешайте прекрасным порывам. В среду начальство может поддержать ваши новые идеи, в выходные вас ожидает духовный рост и самосовершенствование. Правда, для этого потребуются некоторые усилия с вашей стороны. Тельцы, работы много как никогда, но вас это не пугает. За ваше трудолюбие вы получите солидную награду. Желательно держаться подальше от всяких авантюр, связанных с легким обогащением. Не ждите выигрыша в лотерею или удачного замужества. Ваша судьба в ваших руках. Близнецы, на этой неделе у вас будет много интересных и выгодных проектов, контактов и дел. Если вы будете активны и креативны, то достигнете отличных результатов. В личной жизни все также идет именно в ту сторону, куда вы хотите. Раки, ваши дела идут на лад, просто наслаждайтесь моментом. При желании можно будет реализовать самые смелые замыслы. На работе у вас будет складываться творческая и радостная атмосфера. Все будет получаться с минимальными затратами сил и средств. В пятницу устройте встречу с друзьями, сходите в боулинг или в кино. Львы, планы и замыслы могут реализоваться, но не обязательно принесут радость, не исключены и разочарования. В личной жизни не стоит быть открытой книгой, постарайтесь заинтриговать партнера, вы от этого только выиграете. Девы, в понедельник что-то пойдет не так, не стоит паниковать, может оно и к лучшему, учитесь находить новое в привычных вещах. В четверг успешные переговоры и консультации, решение юридических вопросов. В целом, неделя должна принести хорошее настроение. Весы, на этой неделе в вашей жизни весьма вероятны позитивные перемены, которые, однако, придут издевательски мелкими шажками. Тем не менее, сделать вы успеете весьма многое, если, конечно, с энтузиазмом возьметесь за дело. Пятницу посвятите общению с друзьями, поговорите по душам. Скорпионы, на этой неделе вы почувствуете легкость, уйдет в прошлое многое из того, что вас раздражало и не давало идти вперед. Первая половина недели благоприятна для активного общения в неформальном ключе. В четверг придется проявить терпение и понимание. Стрельцы, этот период может оказаться полным случайностей. Например, вас могут внезапно отправить в отпуск. На работе ждите премии и похвалы от начальства. Вы это заслужили. Могут посыпаться всевозможные заманчивые предложения. Старайтесь быть мягче с домашними. При необходимости помогайте им. Козероги, на этой неделе вас могут ожидать серьезные жизненные перемены. Вторник потребует от вас усердия и терпения, поставленных задач в этот день будет много. Поэтому выберите самые важные и постарайтесь выполнить их до конца дня. В субботу стоит продумать свои действия и согласовать их с представлениями о морали. Водолеи, на этой неделе благоприятна работа по индивидуальному плану. В понедельник постарайтесь не допускать проявления эгоизма по отношению к коллегам и близким людям. В четверг вас многое будет раздражать, но постарайтесь не срывать негатив на близких. В субботу в спокойной обстановке можно решить бытовые проблемы, а в воскресенье только вам будет по силам утихомирить кипящие семейные страсти. А рыбы, в ближайшие дни вас будет сопровождать успех в любом начинании. В пятницу не бойтесь ослабить внутреннее напряжение и отпустить ситуацию из-под контроля. Сам вопрос решится быстрее и успешнее. Внимание потребуют близкие люди.